Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами поделимся практиками, которые связаны с луком. Да, с тем луком, который мы используем на своей кухне при приготовлении еды. И поговорим о том, как с помощью лука вы можете очистить дом от негатива, от зависти и злости. Обязательно досмотрите это видео до конца. Прямо сейчас подпишитесь на канал «Эзотерика для тебя», ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Вы знаете, очень часто нас что-то окружает. Мы пользуемся этим и не знаем, какая же сила заключается в том или ином продукте, в предмете или вещичке. При готовке мы, как правило, добавляем лук, но не задумываемся, насколько сильными свойствами он обладает. Что он может нам помочь, так и при неправильном к нему отношению даже навредить. Поэтому лук никогда не должен валяться, где попало у вас в доме. У него обязательно должно быть свое место, и относиться к нему нужно с уважением. И чтобы, когда вы обратились за помощью, он мог вам помочь, так как энергетически лук очень силен и имеет способность впитывать те энергии, которые будут его окружать. Поэтому с помощью лука обязательно раз в год проводите чистку жилья для привлечения в ваш дом потоков светлых энергий, которые помогут привлечь вам и счастье, удачу, благополучие и деньги в ваш дом. Но первым делом хорошо нужно вымыть все полы в доме и подоконники. На следующем этапе нам нужно с вами подготовить лук, далее ведро или емкость с проточной водой, обязательно соль, свечу любого цвета и нитки красного, зеленого и желтого цветов. После вам нужно взять столько луковиц, но, пожалуйста, не берите небольшого размера. Так вот, нужно взять столько луковиц, сколько у вас в помещении в доме. Затем набрать в емкость воды, чтобы поместились все ваши луковицы, и насыпать 7 столовых ложек соли. Далее перемешать эту водичку с луком, и это нужно будет сделать 7 раз. При этом скажите следующие слова: лук очищаю, его силу открываю, луковица сильна и положительной энергией пропитана. Мое жилище очистит, весь негатив из него соберет и потоки положительных энергий призовет. Когда скажете эти слова, лук нужно перевернуть хвостиками вверх, чтобы все луковицы так находились, и поставить на подоконник. Такой лук должен пробыть ровно одни сутки. На следующий день в час ночи возьмите свечу любого цвета и сделайте 7 кругов вокруг вашей емкости с луком. При этом вам нужно ни в коем случае не отвлекаться и быть предельно сосредоточенными. Делая это, скажите такие слова: лук в круг заключаю, сильной энергией огня заряжаю, его в себе в помощь призываю. Весь негатив соберет и из жилья его уберет. Только положительная энергия останется и по жилью моему распространится. Далее капните по капле воска на каждую из луковиц в воде. Затем возьмите нож и с двух сторон проведите ним через огонь свечи.
После этого разрежьте каждую из луковиц пополам и положите в углы во все помещения и комнаты в доме. Но разложить нужно так, чтобы две половинки были одна напротив другой. Так они должны будут пролежать до полуночи следующего дня. Когда придет время, возьмите их, одной половинкой проведите по подоконнику, а второй по всем углам. В помещениях, где нет подоконника, одной половинкой ничего не протирайте, а второй пройдите также по всем углам. После этого возьмите две половинки и сначала обмотайте их красной ниткой поперек луковицы 7 раз. Красная нитка у нас ассоциируется с действием и энергией, мощью, победой. И обматывая, скажите такие слова. Красная нитка от негатива оградит мой дом, только положительная энергия будет в нем. После вдоль обмотайте луковицу эту же желтой ниткой, также 7 раз. Желтый цвет у нас ассоциируется с исцеляющей силой, с чистотой, с теплом, и он близок по характеристикам к золоту и несет в себе вибрации солнца. И обматывая, проговаривайте: желтая нитка сильную энергию имеет и деньги притянуть сумеет. И далее 7 кругов уже ниткой зеленого цвета. А зеленый цвет у нас ассоциируется с природой и несет в себе гармонию, спокойствие, безопасность, надежность и процветание. Накручивая нитку, скажите такие слова: зеленую нитку накручу, счастье и удачу в дом притяну. И у вас должен получиться клубок. Такой клубок нужно будет сделать из каждой луковицы и в каждом помещении положить его возле порога еще на сутки, сказав такие слова. Клубок из энергии вокруг луковицы завила, весь негатив внутри нее закрыла. Там он навсегда останется и из нее не появится. Утром на рассвете, когда начнет солнце вставать, нужно взять ваши луковицы и отнести подальше от дома и выбросить обязательно через левое плечо, сказав такие слова: «Лук с негативом выбрасываю, дорогу назад не показываю». Весь негатив из дома убрала и в светлых энергиях его заперла. Проделав это, и идите домой и не обворачивайтесь. Придя домой, на каждом из подоконников разместите пол-литровую банку с водой и в нее поставьте луковицу. Если луковица очень быстро прорастет, это будет означать, что в вашем доме много положительной энергии, и вы правильно следите. А вот если луковица будет стоять долго и на ней в скором будущем не появятся росточки, это сигнал того, что ваш дом наполнен негативной энергией, и чистку обязательно нужно повторить в следующем месяце. Делая все правильно, вы будете только притягивать в свое жилье положительные энергии и очищать их от негатива. Поэтому каждый проделанный вами ритуал будет только укреплять энергии вокруг вас и в вашем жилье. А как вы уже знаете, светлое притягивает светлое, темное притягивает темное. Поэтому такую энергию вы имеете, такую вы и притягиваете. И помните, это зависит только от вас. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендуемое видео для вас. Нажимайте и смотрите. Приятного просмотра!